глазами круги по утрам от бессонницы. Может, время пришло, и со мной оно не церемонится. Может, мне перед ним непременно же нужно покаяться. Только кается, что за беда как-то не получается. Я прикрою глаза, вспоминаю свои прегрешения. Неужели мне это напасть? Неужели за Ксению? Мы же с ней разошлись, разбежались цивилизованно. Здесь скорее моя, чем ее жизнь была переломана. А любовь с корнем из моего сердца не вырывается. Остаются малюсенькие где-то там корешки. И они прорастают, и силы любви наливаются. Может, даже желанию порой моему вопреки. Мне б ту жизнь горевать, если бы не лесная тропиночка. По тропиночке шли мне навстречу с подругою Зиночка. В том-то крылась беда, что Зинуля гуляла с подругою. Так и бегал потом от Зинули к подруге по кругу я. А потом мы с Зинулей, а после с подругой скандалили. Только я ночевал в это время уже у Натальи. Ну а знойное лето, увы, потихоньку кончалось. И одна лишь дорожка к Виктории мне оставалась. А любовь с корнем из моего сердца не вырывается. Остаются малюсенькие где-то в нем корешки. И они прорастают, и силой любви наливаются. Может, даже желанию порой моему вопреки. Любовь с корнем из моего сердца не вырывается. Остаются малюсенькие где-то в нем корешки. И они прорастают, и силой любви наливаются. Может, даже желанию порой моему вопреки. Может, даже желанию порой моему вопреки.